Да, Игорь Евгеньевич. Я сейчас занят. Ну так пусть Тарас тогда. Ну, Филипенко есть же. Сволочь. Да не вам я. Мне не отцепной надо, мне надо выходной. Гаврилов оперирует? Все, еду. Да, еду. Я что хотел спросить? Вы взрослых учите? Нет. Жаль. Деда пришел! О, деда держи, пришел. Малыш, держи. Спасибо. А это вот баба Груни отдашь. Скажешь, чтоб забрала. Ага. Ну что, Володь, ну-ка покажи бутылек. Ну покажи, покажи. Ну что, вот так вот и будем, а? Ну вот, вот что с ним делать? Все, а? Все, давай. Иди отсюда. Чтоб мои глаза на тебя не глядели. Иди, иди! Иди! О, боже мой! Вы кто такой? Я... Что вам надо? Извините, я сосед сверху белье вешал и... А зачем вы? А прищепки мои зачем вы взяли? А это я... Извините... Вы будете меня грабить? Ну, боже упаси! Вы меня будете насиловать? Я починю. Я завтра зайду и починю, хорошо? Я там снимки оставил, посмотришь? Гляну попозже, ладно? Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, я тебе перезвоню. Олег Петрович, миленький, слава богу, что приехали. Куда же я денусь-то? Соскучилась? Да ладно тебе. Слышь, а что с лицом? А что с лицом? Переоденешься, обязательно зайди ко мне, обработаю. А то еще заражение будет. Я тут... А мальчик такой славненький, ну как ангелочек. А вот его мама. Мама?
Маша, не реветь, вытащим. Гипоксии, подозреваем тромб в легочной артерии. В таком возрасте? Скорее, наследственная патология. Давление? Давление падает. Готовьте инфузию. Сатурация? Сатурация низкая. Добавь кислород. Вводи сразу по двум венам. Хорошо. Пульса нет. Дефибриллятор. Погоди. Качни. Сердцебиение восстанавливается. Пульс нитевидный. Давление? Давление в пределах нормы. Можем начинать. Ну что, парень, держись. Потом тебя научим на гитаре играть. Скальпель. Стернотом. Рано-расширитель. Карт. Пинцет. Письмо. Олег Петрович. Степановна. Ну что? Интима не будет. Ну, бог с ним, с интимом. Балабол ты мой. Скажи, как мальчик. Все хорошо. Господи, спаситель ты наш. Ой. Так мать-то где? Да мать в обмороке, нервы сдали. У них семейные, что ли? Ну, мать все-таки. Ну что, чайку? Чайку. Чаек вышло. Буду. Олег Петрович, а как вы определили, что там врожденная патология? А ты думал? Тромбоз. Мужчине 6 лет. В таком возрасте. Откуда гитарка? Сына купил. Хороший инструмент. Сатурация низкая. Гипоксия после физической нагрузки. Носогубный треугольник синий. Все признаки тетрада Фало. Простите. Да, слушай. Да, да, помню. Да, пошел на поправку. Хорошо.
тоска дикая. Обновите? Да. Я ж... Давай выпьем. Олегу налей. Олежа, отдавай вот эту, там, где студентам хорошо. О, давай. У меня. У меня, раз тут гадал, будет ты 12. У меня растут года, будет и 17. Щеки колет борода, чем бы мне заняться? Нужные стране кенты, дипломаты, таленты. Ну а нету крысы, выбирай потише! Опа! Пациент ГА. Умеренные, тянущие. Постоянный на протяжении 2 дней. Так умеренные или тянущие? Умеренные, запятая, тянущие. Боли в правой половине грудной клетки. Сволочи. На базаре торговать буду я варенкой. Мне не сможет отказать ни одна девчонка. Я в форсовщики пошел. Пусть меня научат хорошо форсовщику, а студентам лучше. Значительно усиливающиеся. В скобках до нестерпимых. Уменьшающиеся, но не исчезающие. Ты что, издеваешься, что ли? Нет. С меня хватит. Настя, куда? Я так не могу. Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ невинных загубил. На свою пятерочку кровавую натоки все же заслужили. Главное при вскрытии мне не прослыть любителем. Накрылся зачет, и Степуха накрылась. Так, все. Я пошла наверх. Не дури. А что? Что? 6-й курс, здоровые лбы и нажравшиеся. И что, что, что они мне сделают? Оно тебе надо? Мне зачет надо. И стипендию. Давай, давай. Я с тобой. Мысленно. Давай. Вы бессовестные? У
меня зачет завтра. Мы готовимся. Мы вам стучали в потолок и в батарею. Нельзя ли как-то потише? Как вы изволили выразиться? Бессовестные? Это ваш окончательный диагноз? У нас с потолка штукатурка сыпется. Ты кто? Разрешите руку, пожалуйста. О, 200 ударов в минуту. Коллега, что скажете? Заучка обыкновенная. Да мне кажется, коллега, вы не правы. Это фемина. Разряд нимф, отягощающий момент наличия мозгов. Девушка, давайте выпьем. Коллега, прошу. Позвольте мне, как будущему кардиохирургу, проверить наличие у вас сердца. У, сердце шалит, необходимо вмешательство. Нельзя так серьезно относиться к жизни. Вредно для здоровья. Требуется искусственное дыхание. У-у-у, работы непочатый край. Мадам, куда же вы? Какая комната? У нас все только начинается, подождите. Ивашова, а что ты забыла на этаже мальчиков? А ну-ка, пойдем. Ну что? Поехали. Не. А что? Ничего. Некрасиво получилось. Хорошая девушка. У меня есть тост. Сахара нет! Откройте немедленно! Бегом, мы тут упали. Давай быстрее, быстрее. Только попали. Так, давай под стол. Давай стол постель. Так и знал. Бей. Так, откройте! У меня есть ключи, я сейчас открою сама. По совокупности обнаруженных признаков болезни можно сделать следующие синдромы. Учимся? Ну-ну. Ивашова, у вас было? Господи, Станила Вячеславовна. У вас тоже госы? А ну быстро, пошли к себе. Быстро! Так, где Марков? Помилуйте. Не помилую. А о чем вы? Какой такой Марков? А, давай сюда. Давай, давай. Сталина, Вячеслава, может, не надо? За мной. Олежек, иди сюда, она ушла. Малая, в какой комнате живет? А, давай пойдем, выйдем. Брось. Тихо ты. Малая, в какой комнате живет? Брось, ты говорю, пошли выпьем. Все недели, а? Идем.
пошла вон. Фу. Скажите-ка, сам Марков пожаловал. Какой Марков? Никакой. Вы же проходили пропедевтику, Адненька, и должны были знать, что пальпацию никто не отменял. И нельзя вот просто так, на основе, простите, каких-то слов и данных обследования, скоропостительно взять и сделать диагноз. Слепо доверять технике. Ну нельзя. И резать. Только в самом крайнем случае. А если так уже хочется этого делать, пожалуйста, давайте. Валяйте на первый курс в анатомку и делайте это себе на здоровье. А мы лечить должны. Лечить, но не залечивать. А вам, Соколова, я бы просто посоветовал эти конспекты закрыть, потому что зубрёжка не полезна и в какой-то степени даже вредна. Вот как раз это вы можете законспектировать. Соколова, вы меня слышите? Соколова? А вообще, куда вы все, черт побери, смотрите, а? А, месье Марков. Вы куда? Так. Здрасте, Улдис Надасович. Здравствуйте. Ну что, как ваша температура, спала? Спал, да. Восстанавливаюсь по чуть-чуть. А мне кажется, что вы не восстанавливаетесь, месье Марков, а окисляетесь. Я пересдам молодость, Адасович. Иначе вы бы знали, что сегодня консультация у нас, а не экзамен. Да, месье Марков, если вы в таком же виде явитесь и на экзамен, то ни о какой интернатуре в Риге можете и не мечтать. Угу. Да. Всем до свидания, коллеги. До свидания. Вы оба голубчика, пожалуйста, со мной. Спасибо. Ку-ку, дома есть? Я тебя ненавижу. Марго, мы тебя в столовке ждем. Да, хорошо, я подойду. Фу. Ты что, намылился в интернатуру в Ригу? Ну да, намылился. Угу. А мне-то когда планировал сообщить? Вот и сообщил. И как же Москва? Папа уже договорился. Папа. Да при чем тут папа? С каких пор тебя начал раздражать мой папа? М?
Ты что, сильно умным стал? Так давай в районную больницу, в провинцию. Сапогами грязь месить. М? А можешь в провинцию, можешь в районную больничку, а можешь и грязь месить. Ну не мог я вчера, не мог, видишь? Да поняла уже. Не стоит объяснений. Марго! О! Ну что ж, братцы, хоть бы записку оставили. Где? Вот именно. Где, что, королева где? Простила? Психует королева. А женщины вообще? Рано или поздно она узнает. Да что вчера было-то вообще, а? Слушай, пойдем лучше пиво попьем. А? Деньги есть? Да. Есть. А, давай. Да. У меня вчера вообще голова раскалывается. Да. Добрый день. Ох. Добрый день. Здрасте. Здравствуйте. Как самочувствие? Головушка не болит? Кто такие? Ты целовал ее? Кого? В желтых штанах? Не, в очках. Не. Да. Не. Слушайте, я проснулась. Рычит, думала, собака. Я кричу, фу, пошла вон. А она прям как тигр, еще больше. А я другое слышала. Скромница наша. Ну что ты слышала? Хватит болтать. У тебя сколько? На 3 бутылки хватит? Угу. Ну, хватит, Марго, прости ты его уже, наконец. Да ничего не хватит. Пусть помучается. Папа его ждал. Шахматы расставил, вино чилийское купил. Я бы так не смогла. Да все правильно, их на коротком поводке держать. Барышня, разрешите поговорить? Ну, говори. Ладно. Я идиот, скотина, был неправ, искуплю, если надо, кровью. Браво! Все. Все, Марго, давай поговорим. А мы уже разговариваем. Ой, ну я прошу тебя, может, хватит? На колени. Что? На колени. Ага. Уж если ты разлюбишь, так теперь, когда весь мир со мной в раздоре, будь самой горькой из моих потерь, но только не последней каплей горя. На оба. Королева, прошу простить меня, бью чело, молю о прощении, выполни любое твое приказание. Первый и последний раз больше такого не повторится. Ну ладно. Прощен. Пока. Пока. Ой, вот это мужчина. Да, Ивашова. Не видать тебе Маркова, как своих ушей. Марков, пора менять круг общения. Посмотри на своих друзей со стороны. Один алкаш, второй жлоб. А вот парней не надо на маховик наматывать. Садись, подвезу. Спасибо, сам дойду. Садись. Дойду. Привет. Яша, привет. Яша, help me. А? Пельмени умеешь сварить? Ха, сумею ли я сварить пельмени? Что написано у тебя? White and black. Ха, white and black. Это же никто не носит уже. 89-й год. Скоростя. White and black. Пельмени я варю с 4,5 лет. Вот так. Mm-hmm.
последний раз спрашиваю, кто со мной? Марта. А? А, Яне? Чего? Повесим видак, посмотрим. Отец Аньки из огранки привез. Мне заниматься надо. Конечно, занимайся. Это лучше, чем о Маркове думать. Кстати, знаешь, кто отец его невесты? Настенька. А? Ты не опоздаешь? Нет. Послал же Бог соседок. Ладно. Чао, крошки. Марта, может, чайку попьем? Сейчас поставлю. О, хорошие? Что? Пельмени хорошие? Нет. Вот те, что всплыли, это Бет. Плохие. Бет, понял? Понял. Щит. Вот именно. Хорошие – это те, что даун. Даун из гуд. На дне, как у Горького. Ферштейн. Ферштейн. О, какие люди. Привет. Здрасте. Знаете так, варишь 5 минут, помешиваешь, а потом можешь есть. Есть. Понятно? Спасибо, Яша. Только 5 минут. А? У вас печек не будет случайно? Спасибо. Ты тут прости за вчерашнее. Пьяные были, сама понимаешь. Да ничего. И это... Не знаю, был у вас вчера с Олежкой, не было. Ну, он подвязан. Свадьба у него осенью, ясно? У вас горячечный бред. И несварение желудка в будущем, коллега. Яша всплыл! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это я выброшу. Спасибо. Да. Имею честь отрекомендоваться. Не имеешь ты, Марков, ни чести, ни совести. Сталина Вячеславовна, отдайте инструментик в надежные руки. Не отдам. Садись. А не имеете права. Перестройка нынче. Сядь, сказала! Марта. Марта, я знаю, это ты. Открывай, слышишь? Марта, ну открой. Марта, ну ты чего? Ведь не было же ничего, Светка. Да я знаю, что не было. Потому что он бабник. Подвязал. Марта. Ну это же не ты виновата. Это все оно, сердце. Да в конце-то концов. Шестой год, 520-я комната, 532-я, 506-я. 87-й год, 325-я, 317-я. 88-й год, 319-я, снова 520-я, 416-я, 417-я, 89-й год. Продолжать! Тайная канцелярия бессмертна. Соскучились, да, по старой работе? Камеры, пытки, вышки.
собаки, Магадан. Марков, завтра вот этот отчет попадет к декану, и тогда ты запоешь совсем по-другому. Партия сказала надо, комсомол ответил есть. Чё делать-то надо? Ты идешь? Да, сейчас подойду. Мамуля, я дома. Ау! Значит, слушаем меня и запоминаем. Я здесь буду всего 4 субботы, всего один долбанный месяц. И я вас, добровольцев, постараюсь чему-нибудь научить. Как завещал великий Ленин и партия! Короче, слушаем, запоминаем или валите нахрен отсюда. Я скучать не собираюсь. Первый аккорд. АМ ля минор. Зажимаем средним пальцем 4-ю струну 2-го лада. Второй лад – это вторая полосочка на грифе. Струны считаем снизу. Теперь средним пальцем 3-ю струну того же 2-го лада. Ну и указательным пальцем 1-й лад, 2-я струна. Отлично. А теперь мы можем попробовать взять аккорд. Войдите. Здесь занятие. Я знаю. Извините за опоздание. Это были 3 простых блатных аккорда. Собственно, ваша база, которая поможет вам в жизни. На следующее занятие придумайте что-нибудь там, выучите, используя их. Импровизация тоже подойдет. Какая импровизация? Самая лучшая импровизация – это отрепетированная импровизация. Можно что-нибудь?
Ну вот, как-то так. Че сидим? Все? Мир, труд, май. Что тебе надо, а? Ничего. А зачем пришла тогда? Учусь играть на гитаре. Мстишь, да? Ты дурак? Не приходи больше, поняла? Ну что, сбагрил? Да черт ее знает, их же хрен разберет. А вот ты обещал ей чего, а? Если б я чего помнил. Жениться! Женихаться по пьяни, Гарик, это по твоей части. О, королева Марго! Привет. Физкульт, привет. Ты ничего не забыл? Ну что, молодежь, последний гос и свобода? 22 года его держала. Самого Маргошиного рождения. Папа, не Маргоша, я говорила. Твою дочь зовут Рита. Да. Ну зачем ты? Тебе нельзя. Чёрты врачи. У меня самого в доме. Вон двое без пяти минут врачи. Ну что, скулапы? За будущее? Ну, смотря за чье. Да. Спасибо. А зачем так при всех? Бестолково ты меня прости. Так-то предложение делай. Я ждал, ты сюда придешь, чтобы все было как положено. Да ладно. Вы о чем сейчас, Семенович? Тихо. Забыли, да?
Что с ним такое сегодня? А что? Ну, не знаю, всегда был такой вежливый, интеллигентный мальчик. Да, там просто вас папой жался. А что нажаться, интересно? Мы что, с твоим папой изверги, что ли? Нет, просто блатные. И я тоже при жирном куске. Рита, я этого не люблю, ты знаешь. Хватит. Надоело. Строим из себя тут дворянское гнездо. А сами? Тошно. Ну, если тебе надоело, детка, так ты можешь оставить все. Пойти, пожить с ним и с его мамой в однокомнатной квартирке. Надо будет, поживу. Да? Да. И поживи. И поживу. И поживи. Да еще поработай на 120 рублей в месяц. Потом жрачки накупи на всю семью, принеси в зубах, приготовь всем. А потом еще до полночи пеленочки постирай. И постираю. Тогда будешь, как все. И постирай. Ты как с матерью разговариваешь. А ну дай мне ложку. Разведка донесла, что ты тут давеча перед Маргаритой стоял на коленях. А, ну да. Правильно. Давно пора. Молодец. А то... Рига, Рига. Москва. Москва вас ждет. Хороший госклиника. Всю жизнь с отцом стройте из себя, а вас за дураков имеют. Дура. Дура. Вот ты, детка, дура, поняла? Потому что ты решила, что твой папа что, верил во всю эту ахинею? Да твой папа только игрался в шестидесятников. А сам прекрасно понимал, что мой папочка... Секретарь горкома. И все у него будет. И карьера, и все. Понимаешь? А твой Олег такой же. Только строит из себя неизвестно что. А считать умеет. Дура. Все у вас будет, все. О, да, доча. Марк, бросай курить, пошли. В общем... Поздравляю, одним словом. Да вы поздравления-то придержите пока. Ошиблась ваша разведка. Извините. Марго. Не переживай, не переживай, они не войдут. Прекрати. Марго. Ну что ж ты так? Мы тебя все любим, балуем. А ты такой, м? Прекрати. Ну хватит, прошу тебя. Устал я что-то. Госы. Готовиться надо. Устал, говоришь? Слушай, Марко, а может, ты со мной и правда из-за денег, а? Все. Я ушел. Не жалели.
Что ты? Не жалей же обещаний, не бойся. Так. Не жалей же обещаний. С ума сойти. Не жалей же. Не жалей. Нет, ты скажи, ты что, правда в Маркова втюрился? Просто хочу научиться играть. Так много. Не с тем играешь, подруга. Огорчений разных. Он бабник. От повседневных. Всю жизнь потом будешь мучиться. Повседневной. Минутку. Ты. Не бойся слов. Послушай, Марта. Марта. О, что? Будь другом, погуляй часик, а? Ну, прошу. Сейчас? Ну, да. Это с мехмата, что ли? Ага, Вадян, с мехмата. Ну, давай, давай. Заходи. Здрасте. Здрасте. Пока. Привет. Привет. Без обещаний жизнь печальней, дождливой ночи без огня дня. Так не жалей же обещаний. Это тебе, Марков, серенада. Да заткнись ты. Эй, как тебя там? Там ми мажор, ля минор, до мажор и соль мажор. А в ответ тишина. Пошли заниматься. Завтра консультация будет. Замещаем суженный участок аорты сосудистым протезом. Вы феноменальный ленивец, Марков. А лень ведет к халатности. А халатность необоснованным диагнозом. А за ними жизни. Я просто не понимаю. Я не знаю как. Что происходит? Вы просто гробите свой искру Божию. Допуск дайте. Я исправлю, Улдис Тадасович. Я вас завалю, Марков, и мне плевать на любое давление. А книги, пожалуйста, на кафедру. Спасибо. Ученье свет. Игнорируешь, да? Ну, было что тогда? Да не помню я ни хрена. Пьяный был. Ну, прости, если что было. Да не было ничего. Да что ж вам всем от меня надо-то, а? Я вам что, рубль должен? У меня экзамен завтра. Да сдашь ты свой экзамен, отучишься, работать пойдешь, а дальше что? А я вот знаю, наперед все знаю.
замуж выйдешь, дети пойдут. В субботу к ее родителям, в воскресенье к своим. И вся жизнь прошла. Скучно у тебя как-то все получается. А я вакцину хочу изобрести. В Африку поехать детей лечить. Презираешь, да? Нет. Люблю. Пойду я. Ты это, приходи, Марта. Приду. Его, слушай, его. Занимаемся! Спасибо. Поздравляю. Здравствуйте. Здравствуйте. Билет, пожалуйста, месье Марков. Тринадцатый. Thank you.
Алло. Тебя. Алло. Алло. Да. Все замечательно. Да. Давай я тебе позже перезвоню. Не закончил. А я не спешу. Ладно. Парни, давайте-ка напоследок для дамы. Раз, два, три, четыре. Все, чуваки, дальше сами. Костик, ты дома-то поработай. Ага, Ленин, партия, комсомол. Кто она? Прошу. Так, ну что, давай польку? Здрасте. Ты что, спятил? Я что, буду ждать, пока это чучело побринчит? Ты повтори пока, ладно? Пойдем. Куда?
А? Надо. А диплом обмыть? А у тебя как экзамен? Ой, я думала не свершится, если честно. Хоть и готовилась, очень сложно было, действительно. Март на вашем курсе? Да. Не видели ее? В институте была. Отлично. Ну так что там? Повседневной суеты. Не бойся слов печальных, праздных, недолговечных, как цветы. Сердца людские так им рады, мир так без них пустынно тих. И разве нет в них высшей правды на краткий срок цветения их? И разве нет в них высшей правды на краткий срок цветения их? Так разве нет в них высшей правды на краткий срок цветения их? Я так не могу. Почему? У тебя есть девушка. Ты моя девушка. Как дела? О, картошечка. Угу. Давай. Угощусь? Ну, конечно. Салатик. Угу. Вкусно. Угу. Сейчас будет вкусно. Не соленая? Гарик, вот ты специалист. Я... Ты! Конечно, уже раз. Они все, это все, отойди. Это все, отойди. Кто они это? Все, а вот ты остаешься. Чувак, ты че? Ааа! Скажи, но...
Хорошо, давай. Давай, Вучик. За дипломированных специалистов! Марта! Марта! Открой! Марта! Открывай! Уходи! Марта уже спит. Спит? Ну тогда буду охранять ее сон. Хорошо. А ты кто вообще? Света. Спасибо тебе, Света. Проходи. Тихо! Ты что тут забыл? Какой ты хорошенький. Чего вы там? Это что, Марков? Марта? Нормально погуляли. Марта. Ну, давай. Давай, вставай. Давай. Напился. Давай. Перебрал. Марков. Ой, господи. Давай. Давай. Так. Стоять. Что сделаешь? А? Где Марта? Ё...
Надо верными оставаться, до могилы любовь неся. Надо вовремя расставаться, если верными быть нельзя. Пусть вовек такого не будет, но кто знает, что суждено. Так не будет, но все мы люди. Все равно, запомни одно. Я не буду тобою брошена. Лгать не станешь мне, как врагу. Мы расстанемся, как положено. Я сама тебе помогу. Марков Олег Петрович? Аля, привет, слушай, ну я застрял. А бог его знает. Гроза. Ну, хочешь по справочному проверить? Вот, пожалуйста, ваш номер 66. Спасибо. Угу. То есть вы мне сразу перезвоните? Конечно. Как только разрешат вылет. Очень хорошо. А, и звоните мне, пожалуйста, сами, если заскучаете. А то я как-то тут сегодня совсем один. Вот и отдыхайте. Спокойной ночи. Спасибо. Коньячок есть у вас? Есть. Армянский? Хороший.
Тогда 50. Уже дело. Что-нибудь еще? Лимончик. Тетя, дай денег. У меня мать умирает. Синяя вся. Кровь горлом. Плохо ей, в общем. Спасибо. Дядь, дай денег. У меня мама умирает. А я лечу к ней. Ну тогда пошли тебе билет покупать. Дай сигарет хоть. Будьте любезны, 2 по 50 за тот столик. Сейчас сделаем. Можно счет? 7 минут. Забавно, правда? Что вас так забавляет? Застряли. Застряли мы с вами оба в незнакомом городе. Надо объединяться. Вот это было уже. Что у вас было? Ну вот, дежавю, мы уже встречались. Вряд ли. Виктор. Маргарита.